После завершения бета-тестирования BlackBerry официально выпустила обновление, которое позволяет добавлять любое приложение в концентратор BlackBerry Hub Plus, входящее, чтобы вы могли хранить все свои уведомления в одном месте. Это довольно неплохое дополнение. Теперь вам не нужно ждать, когда BlackBerry добавит поддержку для каждого приложения, которое вы хотите использовать. Если вы хотите добавить в BlackBerry Hub свои любимые приложения, вот как это сделать. Откройте BlackBerry Hub Plus входящее. Нажмите кнопку со значком шестеренки в верхнем правом углу. Нажмите «Управление учетными записями». Нажмите значок «плюс». Выберите «Добавить приложение во входящий BlackBerry Hub». Выберите приложение, которое вы хотите добавить. Выберите категорию приложения. В зависимости от этого будет отличаться значок, который появится для этого приложения в BlackBerry Hub Plus. Нажмите «ОК». Вот и все, что нужно сделать. Вы можете сделать это для любого количества приложений, и они будут обрабатываться так же, как и любая другая учетная запись в вашем BlackBerry Hub.